Определены педагоги, которые будут представлять Новочебоксар в профессиональных конкурсах педагогов на уровне республики. В муниципальном этапе учителя года победил преподаватель иностранного языка школы номер 17 Константин Мартемьянов. В конкурсе «Воспитатель года» наш город представит занявший на муниципальном этапе первое место воспитатель Светлана Егорова, детский сад номер 40. И второе место учитель-дефектолог Ксения Бутузова, детский сад номер 44. Имена победителей республиканских конкурсов профессионального мастерства назовут в апреле на церемонии торжественного награждения. Главной наградой лучшим педагогом станет премия главы Чувашской республики в размере 150 000 рублей учителю года и 100 000 рублей воспитателю года.